Всем привет! Продолжаем гулять по Васильевскому острову. Я здесь живу. И, кстати, мне здесь очень нравится. Так вот, мы попали на выставку в комплекс Эрарта. Тоже мне нравится этот комплекс. Там очень мило, красиво, по-современному. И, в общем, приятно ходить. Вот. Здесь представлены произведения искусства, показанные на церемонии награждения в Веллингтоне. Это самые необычные костюмы, созданные для крупнейшего международного конкурса дизайнеров. Называется World of Label. Ну, примерно так, наверное. Или World Art Label. Сокращенно WOW. Здорово звучит. Ну, так вот, вот здесь действительно представлены интересные костюмы. Конечно, по моему мнению, ну, наверное, их одевать сложно. А для того, чтобы представить публике, посмотреть, это уже красиво, потому что, ну, там чувствуется хендмейд такой, знаете, ручная действительно работа, интересная работа. Вот какой-то парящий цветок. Понятно, что в основном все это представлено для одежды для женщин. Вот. Ну, по мне так... Когда же женщина полностью закрыта, вот как это чудовище внутри называется, я не ошибаюсь, а может как-то по-другому, то это не очень. Женщину надо видеть, когда она полностью закрыта, что-то такое там интересного. Но это уже тут как бы ремарочка, отступление, мое мнение. Вот хочу вам показать вот эти костюмы, которые представлены. Они действительно очень красивые. Там можно побродить, посмотреть. Немножко, возможно, не очень так здорово светло. Цвет мне показался темноват немножко. Но это, наверное, стиль такой, стиль выставки. Вот. Очень интересные костюмы из различных видов ткани, из кожи, даже из металла есть. А один костюм есть здесь, вот, так вспоминаю, вроде как деревья, вообще сделаны из дерева. Очень красиво, симпатично. Что еще? Да, собственно говоря, глобального-то ничего нельзя рассказать. Надо посмотреть, конечно. Скорее всего, эта выставка, наверное, для женщин, чем для мужчин. Вот. Но мне тоже было интересно. Я прошелся, посмотрел. Главный партнер выставки — правительство Новой Зеландии. Что вот на этой выставке, которая проходит в Веллингтоне, заявки подаются из более чем 40 стран каждый год. Это то, что я нашел в интернете об этой выставке. Действительно креативные костюмы, интересные. Ну, что еще? Да я больше не знаю, что и рассказать-то. Вот. Просто посмотрите, кто посмотрит, тот посмотрит, кто не посмотрит, ну ничего страшного не произойдет. Но это интересно, я просто рекомендую сходить для того, чтобы быть в теме, для того, чтобы посмотреть, какие тенденции развития возможной моды. И можно ли говорить о тенденциях развития. Вот симпатичная платьица, да? Все, всем пока, всем привет, до свидания. Приезжайте в Петербург, заходите в Эрарту. Лучше купить, конечно, годовой абонемент. Он стоит гораздо дешевле, чем один входной билет. Хорошее место, где можно просто погулять. Очень много временных выставок различных. И постоянные выставки есть. Я туда захожу, наверное, вот каждый месяц точно захожу. Не по пути с работы, поэтому зайтись, пройти. Можно даже кофе там выпить, там неплохое кафе. Вот. Да, вот там такие экраны еще расположены, на которых, видимо, показывают этот конкурс, который проходит. Там женщины, девушки в костюмах, представлены на этой выставке. Там вот, а вот костюм лошади, обратите внимание, сделан из кожи. Ну, тоже интересно, да? Вот. Ну, все, всем пока, всем пока.